Doritos Amigos, несмотря на то, что, конечно, ни одного хорошего слова об этой игре не услышал в комментах, не увидел, да и сам подозреваю, что вся она пройдет в этом сраном поезде. Тем не менее, продолжаю. Тем более, что Алексей опять сделал бомбовскую, просто бомбовскую взрывную заставку. Значит, так, карта. Я что-то даже забыл, а куда я... Куда я должен прийти? А, я должен передать этой бабе шило. Для этого мне надо идти вроде обратно, да? Или я отсюда пришел? Нет, вроде как я спустился по лестнице сверху после битвы со Скорпионом. Теперь, скорее всего, надо идти. Ну что, кто-нибудь еще встал? Даже странно. Видимо, я все-таки иду не туда. Ну ладно, если что. В принципе, здесь локации не такие длинные, можно всегда развернуться и пойти обратно. Ну, как я понимаю. Интересно, если долго-долго стоять на месте и ничего не делать, поезд до станции тогда едет до какой-нибудь ресторан? Кстати, на карте же вроде как должно быть указано, где стоит напарница. Блять, автоматическая дверь меня пугает, если честно. Так. А, ну да. Она же сама это не сделает, надо юзать. Вскрытие происходило в полной темноте почему-то. Видимо, лень было создавать анимацию для телки, которая лазит шилом в замке. Блять, ты в него хоть целишься? Пиздец, по-моему, пули мимо пролетали. Я не понимаю, почему эти зомби горят, но от этого не дохнут, дохнут только от пуль. Типа что, зомби нельзя убить из огнемета? Да, походу зомби здесь спаунится просто постоянно. Хорошо, у меня есть... Что у меня есть? Партнер использует оружие, партнер не использует оружие. Даже не знаю. А почему это не переключить? А, я к тому, что куда идти-то сейчас надо. А что за точки? Типа два трупа или что? Да, в этой игре лучше перерыва не делать. Вообще из головы вылетает, куда ты шел, зачем ты шел, что ты там хотел сделать. Ты идешь, балбес? Как я только что выбирал? Партнер, не партнер. Вот теперь, наверное. Нет. Да, управление останется для меня загадкой, видимо. Так, мне куда идти-то? Я открыл какую-то дверь, будучи на крыше поезда, и куда это, которая это из дверей? Нет, наверное, вот это. А, смотрите, прикол.
Вот что это у него за херня в инвентаре. Крюк, чтобы люк зацепить. Он же рукой не может. Руку протянуть-то, блядь, не может. Одной рукой взяться за ручку этой дверцы, второй рукой упереться в стену и просто невероятным усилием широчайших мышц поднять крышку люка. Вентиляционная шахта поражает мое воображение. Зачем она нужна? Ёб твою мать! Что меня сейчас собаки просто вздрючат. Ну чё ждать-то, все равно он лежит. Хилочка. Хиллари, там лежит Хиллари. Так, зачем бензин здесь в этой части, если здесь не надо трупы сжигать? Наконец-то зачем-то здесь есть. Дезодорант. Так, наш помощник, собственно... Нет, даже зачем? Если она может дверь открыть тебе, балбесу. Да, конечно, это новое слово в геймплее, когда было в свое время, видимо, на консоли, когда надо переключаться между персонажами. Это... Думаю, даже в первой части было бы актуально, потому что теперь инвентарь умножился на 2. Это стало круто. Едой и прочими припасами. Какое странное место хранить еду. Странный запах тянется из клетки. Ну, интересно. А, то есть то, что вот это блестит, тебе вообще похер, да? Золотое кольцо. О, с шипами. Как его носить-то, блядь, кольцо это? Билли, может, решил предложение сделать и подбросил? Как вы считаете? Может такое быть теоретически? Воу-воу-воу. Ух ты, ствол. Гарпун закреплен на стене. Ну, гарпун это стандартная такая тема, которая в поездах закреплена на стене. Это ручной тормоз, вам нужна магнитная карта для активации. Ага. То есть сначала карту вставь, потом еще код набери. Спусковой рычаг. Блять, понятно. Это тандемная работа. Сложнейшие загадки выдает игра, просто не знаю, как их решать. Эти мощные головоломки. Я на самом деле просто вырезаю, когда я читаю гайды. Так как у кого из вас инвентарь менее засерен? Победил Билли. А ты можешь его как бы держать? Я не знаю. Мне кажется, что для управления этой бабой должна еще какая-то кнопка быть. Чтобы использовать рычаг, не нажимая на... Ёб твою мать. Опусти и держи. Три секунды там он что-то поднимается. А мужик-то догадался, что держать надо, в отличие от бабы. Которая просто, блядь, тупая. Понятно.
Нету кнопки передать, есть только выбросить. Интересно, зачем у них разного, по-разному нарисованы пистолеты, если они одинаково, мне кажется, дамажат. Ну, гарпун, я так понимаю, не на патронах работает. Так, данное устройство советуется использовать только при осмотре труднодоступных крыш вагонов или при сцеплении поездов специального назначения. После использования устройство необходимо вернуть на место. Пиздец. Применение. На первом этаже третьего вагона есть лестница, расположенная над маленьким окном рядом с дверью. Выстрелите из гарпуна так, чтобы зацепить лестницу. Ёпта, это все игровая инструкция или это инструкция для игрока чисто? Она что-то не атмосферная, ни хрена. Использование лебедки для подъема, зафиксировав крюк, вы можете... Устройство может сломаться при подъеме веса более 80 кг. Ну и кто из них более 80 весит, Билли, Дрич? Эй, Билли, Идол, давай-ка собирай. Ничто не должно пропасть. Еще один. Они продолжают игнорировать кольцо. Пиздец, блядь, я твой рот топтал. Ну почему такое долбоебское, блядь, управление в этой игре? Не только управление, тут все долбоебское какое-то. Это пиздец, как будто другой разработчик делал. Как будто это мод, сука, фанатский какой-то. Может, кольцо может только баба поднять? Ура! Надо просто мимо присесть, тогда все нормально. Как там его позвать-то? Все, теперь мы ходим. Мы с Тамарой ходим парой, отлично. Напарник, мне кажется, убивает атмосферу хоррора, даже когда он бот. Стрелять-то он поможет, так или иначе. Непонятно только, как ему патронов передать половину, а не все. Блять, я так и знал, что этот пидорас отсюда вывалится. Не зря там кровь была. Тихо, тихо, он сдох. Ну и сколько убили патронов? 8. Зато у него есть дробовик. У меня зато есть, блядь, канистра, у него рюкзак. Вот чисто если я смотрю, что это такое? Заполнено бензином, и чё? Но это явно не трупы поливать, да? Вот, значит, какая-то хитро выебанная тема. Так, где там окно? Дальше где-то. На первом этаже, они вроде написали, да? Ну или на втором? Да не, на первом было. Сука, я не могу запомнить карту этого сраного поезда, который вообще просто... Идешь в одну сторону, потом идешь в другую. Еще где-то дробовик выбросил. Ёбаная жизнь. Билли, отойди, ёб твою мать. You stay here. Okay. Follow me. Okay. Наш тандем их просто уничтожил. Но убили, по-моему, это был последние были патроны. Баба почему-то тоже не перезаряжается. Вот. Все подобные действия происходят, смотрю, в полной темноте, где-то за кадром.
Теперь вот она каким-то образом залезает по канатику. Там что-то блестит, но это, видимо, просто блики. У этого поезда очень дырявая крыша, потому что в одну дырку я уже падал, теперь, видимо, мне в другую предлагают свалиться. Сука, у тебя чё? Ну, обычно бабы в такой позе стоят, когда ссать сильно-сильно хотят. Видимо, у нашей героини именно такая проблема, что она туда вообще не идет, невидимая стена. Классика. Да, спрыгнуть в разлом и отдаться зомбарю. Куда стреляет, чё стреляет? Секундочку, гражданин. Дура ебаная, блядь, чё ж ты нахуй не перезаряжалась-то раньше, а? Она опять не перезаряжает, смотрите-ка. А вот теперь перезаряжается на ту же кнопку. Баги. Баги-баги. Та-та-ра-та-та. Вы не можете взять эту вещь. Ага. Ну и ладно. Рэкон запачкан чьей-то кровью. Вероятно, да, с пассажиров нихуя ты, капитан. Там, кстати, за шкафом тут что-то есть. Коробка заполнена вещами пассажиров. Откуда здесь дыра? Сюда что, метеорит попал? Кинжаль. Она тоже может таскать с собой мачете. Да. Я думаю, что пока что можно выбросить вот это говно. Учитывая, что для перезарядки его нужно вернуть на место. Футляр. Нож-то хоть один слот занимает или тоже два? На картине изображена мать. Мать разработчика, наверное, которую я манал. Потому что это полный пиздец. Сука, я просто в ахуе. На клаве попробую. Нож-то как подобрать, ёбаный в рот. Надо в интернете, блядь, прочитать, как подобрать нож в каюте. О, чудо. На самом деле он мне нахер не нужен. Ибо говно. Ёб твою мать. Опять яички вылупляются. Вот для чё канистра. Яйца жечь. Надо канистру отдать, тогда били, блядь. У него зажигалка. Пиздец. Он стоит в такой пафосной позе. Как будто у него есть патроны. А у него его нету. Это где наша бабёнка? Второй этаж. Второй этаж какого, блядь, вагона-то, ёб твою мать. Нет, я нихуя не понял, что это за место. Видимо, это вот та. Или вот это. Ай, сука, ну и локации здесь, ёб твою медь. О, блядь. Да, это дерьмо здесь повсюду, повсюду плавает. Привет, давно не виделись. Come on. Okay. А не отдашь ли ты ему канистру? В обмен на... Ёпта, бля. Портфельчик. А не отдашь ли ты ему... Нет. А не отдашь ли ты ему патроны в обмен на печатную ленту?
А не смешаешь ли ты эти две ленты? Отлично. Чего у него еще забрать? Обменяю у него пустой слот. Вот. А если смешать вот это? Нет? Внутри лежит это говно. И что? Серебряное кольцо. Ручной работы. Я чуть не понял, золотой, я что, только что проебал, что ли, где-то? Я гениален. Ну, что еще надо? Сисурити? Сисурити систем, ёпта, бородач. Мы взяли голубая ключ-карта. Экспресс Стейшн, Сэмми Левис. Ключ-карта нужна для того, чтобы открыть дверь, идущую в главный вагон. А, то есть не для тормозного, да? Так, подберем-ка мы. Гарпунище. Теперь мы пойдем и поджарим, наверное, яйца. О, они на нее напали. Наступай на них, дура. Да-да, трать патроны, хуй бы с ними. Я что-то не понял, а что, здесь раньше же нельзя было пройти. За дверями что-то лежит, что ли? Вот за этими лут нарисован. Да. Я там что-то разве выбрасывал? Что вообще хоть убей, ни хрена, я не помню, что. Ну уж, блядь. Я смотрю, нож подобрать с пола — самая сложная задача в этой игре, она практически невыполнима. Ой, блядь, что-то вообще что-либо в этой части подобрать с пола — это полная, блядь, просто боль в жопе. У нас хилка-то есть? Одна есть. Ладно, пусть она еще валяется сюда. Я ебал тут ковыряться, блядь, 2 часа. Сюда пойдем. Не знаю зачем, но пойдем сюда. Ага, зачем мы сюда пойдем? Вот мы сюда зачем пойдем, потому что здесь дробовик. Нету места. Ага. Я думаю, что надо избавиться вот от этого. Я думаю, что из этих ножов, ножа из этого можно только пиявок вот этих рубить, которые там ползают. Можно их и ногами давить, с ним же успех. Смешать. Не совместить, главное. Смешать. Так, а я вспомнил, куда надо идти-то.
там же дверь закрытая возле трупа этого какого-то работника, который, очевидно, подымет в том вагоне, где еще спецназовец сидит у окна, который тоже, естественно, встанет и пойдет, как после сеанса гробового. Мне, кстати, кажется, что я именно в этом купе сейчас оказался. В этом вагоне. Билли, прикрывай. Ну. Я телку к нему подвинул, чтобы... О, группа Дельта, группа Дельта. Дальше агент. Вескер, смотрите-ка. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. What happened? Мандавошки загрызли. Второй дурак пришел. Интересно, зачем они ночью в очках стояли? Может, если бы они были без очков, они бы увидели, что им грозит опасность? Как вы считаете? Так, давайте-ка попробуем сжечь кого-нибудь. А, это боеприпасы. То есть где-то здесь огнемет будет. Двигатель поврежден, его незаметно невозможно починить. Тогда как мы едем? Ага. Кабина машиниста. Синий экран смерти, комп кританула. Я должен установить эту штуку. Я должен переустановить винду. Управление тормозной системой. Но мы видели уже только что, где тормозная система находится. Управление тормозной системой производится в 3 шага. Левой ногой, правой ногой, левой ногой. А, активация управления. Тормозные контроллеры расположены в следующих местах. В кабине машиниста в первом вагоне. На заднем крыле 5-го вагона. Чтобы активировать систему, вы должны вставить магнитную карту в устройство в 5-м вагоне, после чего запустится подача питания в обоих узлах направления. Ввод кода в задней части вагона. Введите код в модуль в задней части вагона, чтобы снять блокировку, после чего можно будет ввести код в кабине машиниста. Ввод кода машиниста. Введите код в модуль кабины машиниста. Бля, пиздец. Как это вообще можно понять? Кто останется? Ребекка, конечно. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. Билли, ты долбоеб, карту возьми. Yeah. Только выйди, ублюдок, я тебя порву. Вот. А, это еще и на время. Ебать, мой хуй, здрасте. А почему такая срочность активировалась только сейчас? До этого всем было похуй, что поезд едет. Вы не можете взять эту вещь, потому что вы еблан. Меняюсь на пустой слот. А, теперь, то есть, можно отдельно патроны передавать, охуенно так. Черт, видимо, это квест не на жизнь, а на смерть. Последнее сохранение было очень далеко. Так, здесь никуда карту вставлять не надо, да?
Сейчас спецназовцы, естественно, повстают. Повар встанет. Сейчас все встанут. Вот сейчас они все встанут. Да-да-да, я путаю кнопочки. Ёбаный в рот. Как так-то? То есть зомби убивается с двух выстрелов дробовика? Unbelievable. А, можно же типа вверх задрать и башку отстрелить, но это очень сложно. Я не знаю, работает ли это в этой части. Куда повар делся с этим? Повар найден. А спецназовец, наверное, опять в окно выпрыгнул. Даже после смерти он спецназовец. Вот. Ёбаный в рот. Да не в того ты целишься, ебанько. Упс. Вот это плохо. Не вовремя-то как. Головы стреляю, ублюдок, головы. Еще кто-нибудь, мрази? Давай, давай, больше зомби, больше. Сука, 1.5-2 минуты. Можно и не успеть, походу. Но если успеть, то патронов хрен хватит. Четырех завалил в одном месте. Жесть какая-то. Это еще не последний вагон, где они респаунятся. Сейчас еще один такой же будет. Вот и ты. Интересно, как он двери открывал? Он же спецназ. Все, последняя обойма. Давай соси ты лапти, блядь. Сейчас бы нож пригодился, походу, зарезать кого-нибудь. Стрелять-то, сука, нечем. Тут-то есть проход, вроде как, да? Фрейдкар. Странно, что они здесь их не наспаунили. Главное, встают не одни и те же зомби, что было бы логично для этой игры. Это просто новые появляются. Что бред. Ну, вообще времени-то до хера. Что я должен? Тут нулей нету. Какой код-то, блядь? И чего? Понятно. Ебанулся. Все это на время. Это полная борода, на самом деле. Не надо быть гениальным математиком. Чисто на панику расчет. Включай, ёпту мать, о, патроны. Включай тормоза, о, патроны. А еще одна такая же борода. Пиздец! 8-8-16. 32. Да, пиздец. Они что, ёбнулись, что ли? Охуеть.
Вы мертвы, а где сохранение? А, пиздец, оно за 3 километра. Да ну нахуй, что это, ёбнулись совсем. Я же не заходил, не сохранялся. Да. Я рот ебал этого разработчика. Это пиздец какое говно. Ёбаный в рот, блять. И сохранение говно, и чекпоинтов нет, и задание говнище, блять. Все просто, я теперь понял. Я резко понял, почему все, вот просто все хуесосят эту часть, потому что она просто реально хуесосное говнище, блять. Ну, как вы поняли, серия закончилась. Пишите и жмите ее, ёпта, бля.